Итак, друзья, здравствуйте. С вами очередной выпуск большой распаковки. Мы с вами давненько не виделись, ну как, относительно, опять же, потому что мы с вами в интернете, и какие-то выпуски могут посмотреть через год, какие-то могут посмотреть сразу же после выхода. Кстати, чтобы не пропускать выпуски, советую вам все-таки подписаться и прожать колокольчик на все уведомления, они настолько важны. Будьте внимательны, когда будете нажимать. Проверьте сейчас. Ну и, конечно же, заранее проставьте лайк и, собственно, можете поделиться этим видео со своими знакомыми, друзьями и так далее. Я только, значит, плюс один к карме прибавлю. Как я уже говорил в предыдущих выпусках, я немножечко решил сократить формат больших распаковок, потому что я заговариваюсь, иногда говорю лишнее, то, что можно было бы сделать и рассказать в большом обзоре. Поэтому выпуски, наверное, будут называться своего рода unpacking review. Распаковки, конечно же, останутся, потому что делать отдельные видео на какие-нибудь распаковки, допустим, вот этого ножа или какого-нибудь аккумулятора или зарядного устройства, смысла я особо не вижу. Все это останется. Другое дело то, что есть какие-то вещи, товары, которые либо там присылают на обзор, либо я там покупаю ввиду того, что какой-то материал устаревает. На такие, можно сказать, более важные товары я хотел бы делать отдельные видео, в которых я буду рассказывать более подробно. Опять же, если вы посмотрели распаковку какого-нибудь там интересующего вас товара, то полное видео, обзор на него с какими-то моими мыслями, допустим, и будет смотреть уже неинтересно, потому что я буду, опять же, повторяться. Поэтому что-то я буду распаковывать быстро и оставлять, как говорится, на горяченькое. То есть посмотрели, допустим, такую некую распаковку и уже знаете, что будет в дальнейших видео. Я думаю, многие обратили внимание, конечно же, вот на эту коробку. Наверное, мы с нее и начнем. Большинство из моих подписчиков уже имеет в наличии эту штуку, а то и даже более крутую. Это у нас, собственно, квадрокоптер. Вот таких цветов он бывает. Красный, черный или белый с черным. У меня, можно сказать, классическая версия. Это Arctic White. Это довольно-таки распространенная модель для бюджета в небольшую сумму и для того, чтобы получить все-таки какую-никакую, но качественную картинку. Давайте, наверное, быстренько я распакую эту коробку, что тут находится, и погнали. Конечно же, пустая коробка, потому что откуда здесь что-то будет, если часть вещей лежит уже у нас здесь, на столе, собственно. Вот такой замечательный боксик с неким содержимым внутри. Но тем не менее, давайте я сейчас быстренько покажу вам, что здесь находится. Видно более-менее. То есть, как вы видите, здесь у нас защита от пропеллеров, комплект лопастей, инструкция и, собственно, больше ничего. Для чего, кстати, многие думают вот эти дырочки, кто-то думает, что это для вентиляции, на самом деле это для того, чтобы вот так вот все это дело вытаскивать. Комплект у нас не особо такой царский. В общем, как я и говорил, лопасти, причем они даже не распечатанные. Плеский провод вот такой вот. У меня, кстати, особая любовь к вот этим вот проводочкам, потому что когда ты часто ездишь в какие-то поездки интересные, берешь с собой большое количество оборудования, вот такие провода, они прям must have, потому что, ну, кому нужен вот провод там в 5 метров, в 2 метра, даже в полтора, когда можно обойтись таким маленьким проводочком. Больше толком ничего нет. Меня на самом деле не особо волнуют вот эти всякие прибамбасы, потому что суть этой коробки находится вот в этом кейсе. Кстати, самое фиговое — это вот упаковать именно все назад, чтобы все это влезло в коробку, потому что нынешние производители умудряются упаковывать вещи так, что ты вроде их достал, а потом такой, блин, как это назад убирается. Основной комплект это вот, собственно, две вот этих вещицы. Это пульт с антенками, с такими интересными. Вот сюда вставляется наш телефончик. Распаковка — это не нулевая, это, можно сказать, не распаковка, это просто как анонс того, опять же, то, что выйдет. Потому что квадрокоптер, признаюсь честно вам, я не буду вам врать, он у меня не новый. То есть наклейку я такую бы, наверное, все-таки не наклеил на него. Может быть, что-то более интересное. Есть здесь индекс уже единички. Следовательно, это первая батарея. Опять же, забегая вперед, их тут не одна штука. То есть такое понятие, как комбо-набор. Это значит коробка, она немножечко по-другому выглядит.
либо докупается дополнительно, и там есть еще несколько аккумуляторов, всякие зарядки дополнительные и так далее. Для чего, собственно, я покупал вот эту замечательную штуку. Мы периодически ездим в какие-то небольшие путешествия. Сейчас, конечно, в период пандемии вот этого коронавируса, хоть который уже почти утих, ездить в какие-то другие страны, города и так далее. Плюс, опять же, сами понимаете, обстановка экономическая не очень хорошая у нас в России. И вот эта штука покупалась, исходя из, опять же, бюджета и исходя из того, что все-таки, сами понимаете, если вы едете в какое-то там, какое-никакое путешествие, было бы прикольно показать, как это все выглядит, в том числе и с воздуха. Вышло уже видео о моих первых впечатлениях о квадрокоптере, как это все дело было, для чего я его покупал, с какими-то кусочками видео. В общем, посмотрите тоже, прожмите лайк. Скорее всего, позже я запишу видео о своих каких-то первых, опять же, впечатлениях, чего надо бояться, где не стоит летать, вообще, что лучше купить, какие наборы и так далее. Потому что, ну, подводных камней довольно-таки много, и такая штука, знаете, в нее входить сразу же на все бабки не стоит. Следующий лот у нас вот такая интересная штуковина. Это очень клевая, современная и очень удобная клавиатура от моей любимой фирмы Logitech. Кто-то вообще по красоте, по лепоте запаривается на Razer. Как вы видите, здесь еще есть мышка, которая, собственно, позволяет вообще получить полный спектр ощущений от пользования вот этой продукцией. Клавиатура у нас, можно сказать, классическая, с цифровым блоком. Ничего особенного. Кстати, я вот этой надписи не видел. Быстрый и плавный ввод текста. Клавиатура у нас, как вы поняли, бабочка. Бабочка, от которой Apple, по-моему, даже отказалась, что ли. Короче, у них там тоже какие-то терки были. Почему нельзя сделать нормальную упаковку, чтобы все это дело доставалось легко и просто? Так, что у нас там? Блин, кстати, вот что мне нравится, это когда используется дорогое покрытие матового картона с напылением в купе с глянцем и со всякими вот такими штучками. Класс! Согласитесь, класс же. Клавиатура у нас любезно упакована в бумажку, в такую, которая, кстати, на секундочку, все-таки оставляет пыль. Если кто-то особо не понимает, как этим пользоваться, хотя я сомневаюсь, что такие люди до сих пор остались, в общем, здесь есть некая инструкция, как там ее подсоединить и так далее, с чем она может работать, наверное, кнопки FN, куда зайти, что сделать, тут показано, значит. Также здесь располагается передатчик у нас, точнее всего, приемник, который вы втыкаете в USB вход компьютера, там, ноутбука или еще чего-нибудь и используете. Также клавиатура, насколько мне известно, может использоваться через протокол Bluetooth, ее можно подсоединять чуть ли даже не к телефону. Здесь больше особо толком ничего нет, там провода, всякая фигня, я уже не буду рассказывать. Но клавиши на самом деле удобные, то есть есть некая такая выемка в них. Клавиатура. Мне вот самое главное, чтобы клавиатура была островного типа и она была не громкая, и ход клавиш был минимальный. Многие используют геймерские клавиатуры механические, и она очень громкая, она прям гремит, плюс у нее большой очень ход. И клавиши высокие, то есть я когда в офисе, допустим, начиная печатать на каких-то других клавиатурах, у меня пальцы периодически проваливаются между клавишами. В общем, не знаю, кому как, но мне вот такое расположение, во-первых, клавиш друг от друга мне очень нравится. Бухгалтера какая-нибудь тетя Люся будет набирать на калькуляторе свои миллионы, которые она зарабатывает, сидя в офисе, включая там калькулятор. Это прям она, я думаю, оценит. И как мы видим, кнопки переключения между устройствами. Если мы сейчас попробуем что-то там написать, у нас будет мигать индикатор, то, что клавиатура не подсоединена. Ну что, клевая клава, обязательно сделаю обзор на нее. Я, наверное, теперь во всех видео буду говорить, я сделаю обзор, ждите. Короче, вот я вам толком ничего не показал, но обзор сделаю обязательно. Когда у вас появляется какое-то новое оборудование, вы что-то новое покупаете, конечно же, хочется, если делать какую-то распаковку или какие-то ощущения, то они будут прямо только при
непосредственно, когда вы первый раз открываете коробку, смотрите, и у вас вот эти вот первые эмоции, они будут самые правдивые. Дальше, понятное дело, что все это дело уляжется как-то, что-то там, вы какие-то выводы сделаете, но вот первые впечатления, они вот самые такие прям настоящие, классные. Так, следующий лот, погнали. Следующий лот, это у нас новинка 2020 года. Некоторые каналы, даже миллионники, до сих пор не сделали обзор на этот ноутбук и вообще на серию, точнее, этих ноутбуков. Какие-то только-только начали выпускать. Народная цена народного ноутбука за обычные вот такие средние деньги, при том, что он максимально получился качественный. Этот ноутбук 13-дюймовый, есть 14-дюймовый и 15-дюймовый. Те же самые розетки, так наверняка многие из вас слышали про них или смотрят, я лично них подписан, тоже смотрю. Они сделали обзор двух ноутбуков немножечко другой серии, хотя то же самое MateBook, но у них соотношение сторон у тех ноутбуков немного другое, и в принципе дизайн чуть-чуть другой. Ноутбук куплен за свои деньги, за свои кровные. Давайте, наверное, я сейчас быстренько расскажу про комплект. Сам ноутбук, я им уже немножечко попользовался, честно признаюсь. Вот, как вы видите, уже есть какие-то наклейки, причем самое интересное, что это первый ноутбук, который у меня вообще вот есть и который я начал обклеивать. Это, можно сказать, самая младшая по размерам модель. По толщине она не уступает всяким MacBook Air и по качеству, опять же, сборки. Модель необычна еще и тем, что у нее соотношение сторон немножечко нестандартное. Большинство ноутбуков сейчас делаются под киноформат такой, ну, не кино, можно сказать, под видеоформат 16:9, и большинство мониторов у всех уже и телевизоров 16:9. Но этот ноутбук имеет соотношение сторон дисплея как 3:2. Если вы будете смотреть фотографии на этом ноутбуке, они будут занимать прям все покрытие экрана. Что еще? Здесь 16 гигов оперативки, остальные ноутбуки, к сожалению, имеют только по 8 гигов. Почему сейчас в 2020 году, опять же, используют даже 8-гигабайтные модули? Потому что это обусловлено тем, что сейчас SSD-накопители почти везде стоят, и часть оперативки забирается с них. Эти накопители очень быстрые, они позволяют, собственно, компенсировать недостаток этой оперативки. Плюс, сами понимаете, можно сказать, модели вот эти, они относительно бюджетные, с хорошим качеством производства, и вот как-то это все дело надо компенсировать. Вот такая классная клавиатура. Мне кажется, клавиатура прям, на мой взгляд, прям мое почтение. Все рассказывать я, конечно же, об этом ноутбуке не буду. Будет полный обзор, какой-никакой, вот, потому что первые дни я им пользуюсь. Да, там вау-эффект есть какой-то, но нужно как бы попробовать, поюзать в различных приложениях его. Самое интересное, по комплекту у нас вот есть такая отличительная особенность. USB-C, значит, у нас такой хаб, можно сказать, в котором есть уже HDMI, VGA, выход, USB-C и обычный USB. Собственно, потому что у этого ноутбука всего два порта. Один порт для зарядки USB-C, и второй порт USB-C для того, чтобы подключить всякие проторитарные типа таких переходников и все такое. К сожалению, мне вот предварительно, конечно, не хватает microSD картридера, потому что все камеры сейчас практически можно перевести на microSD. Опять же, коптеры работают на microSD. А обычные камеры, допустим, на которые я сейчас записываю, вы берете просто переходник, вставляете туда и опять же записываете. Все это легко скинуть на ноутбук таким образом, а так придется с собой таскать всякие вот такие бензиновые хабы. В принципе, по комплекту здесь особо ничего больше нет, там зарядка и все. Зарядка, кстати, быстрая, что самое прикольное. Вот такая через пень колоду получилась у нас сегодня распаковка. Вы не потратили зря время, там успели поесть или попить чайку, посмотреть все это дело и, собственно, получили какое-никакое удовольствие. Видосы я обязательно запишу про вот эти вот замечательные гаджеты, выпущу, поэтому с вами не прощаемся. Прожмите лайк и надеюсь, что я, конечно же, наконец-то в ближайшее время пробью вот это дно и наберу достаточное количество подписчиков, потому что они не растут. Поэтому, пожалуйста, делитесь видео, там, говорите своим знакомым, ставьте лайки, там, ставьте уведомления, чтобы все это дело как-то все-таки ютубом бустилось.
А также, кстати, не забывайте, что в России у нас разблокирован Telegram официально пока что. По крайней мере, на данный момент его можно скачать и установить. Поэтому можете в ссылках в описании, есть Telegram-канал, перейти, значит, на него, подписаться. Туда я публикую будущие обзоры, то, что в данный момент готовится. Там есть, опять же, кнопочка «Обсудить». Мы можем пообщаться там в чате, подписывайтесь на Инстаграм, туда я тоже публикую много всего. Будем, дружить. Спасибо, что посмотрели видео. До новых встреч и пока!